Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы выехали на очередной коп, но, к сожалению, у нас непогода. Из дома выезжал, вообще было чудненько, все тучки рассосались, но по дороге накрыл один дождь, прошел второй дождь, в общем, полосой шел. И когда приехал на место очередного копа, сегодня я планировал покопать в данном случае на пляжике, пляжный коп, как вы все поняли, не задалось, не знаю, долго будет дождь, нет, но все же я подожду здесь, посижу, погляжу, а вот дождь хоть немного стихнет. С собой у меня есть плащ, в случае с плащем погуляем, походим. Вот пляж у нас находится неподалеку от моего дома, тут примерно километров 10. Вот. Здесь дикий пляж, там немножко позади есть еще платный пляж. Вот. Так что мы, если дождь закончится, походим на этом и на другом. Предыдущие разы, когда я здесь ходил, здесь были находки, в принципе, неплохие. Очень много монет, ходячки. Вот. Поднимал здесь практически по целому ведру майонезному монет. В общей сложности считал, где-то примерно по 800 рублей выходило. Были здесь, конечно, и ювелирка, и серебро было. Золото, к сожалению, на этом пляже я еще ни раз не подымал. Вот. Но серебра здесь было, в принципе, предостаточно. Помимо меня здесь еще ходят еще кладоискатели. Живут тоже здесь неподалеку. Я с ними сталкивался, общался. Вот, так что не знаю, в этом году они ходили, нет, но все равно все, что может быть они остали, я смогу поднять. Сегодня планирую походить на новом режиме, режим пляж. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а так ждем, когда закончится этот дождь. Дождь у нас не прекращая поливает уже 3 дня и 3 ночи. Вот у меня сегодня выходной, и я никак не мог свой выходной просидеть дома. И все же я надеялся, что дождя не будет, может он стихнет, и приехать сюда. Ну а так, ладно, смотрим, ждем. Может быть и задастся коп. Итак, ребят, все-таки я решился на мокрое дело. Собрался, вот одел такой вот плащик. От дождя он, конечно, спасает, он длинный. И я все-таки решил походить здесь, и так что посмотрим, что у нас здесь будет. Ну, из находок я знаю, что здесь будет ходячка, возможно, будет серебро. Так что не знаю, поживем, увидим. Так что продолжаем. Дождик у нас немножко все же моросит. Ну, походим, посмотрим, что у нас здесь. Надеюсь, он все-таки стихнет и вообще прекратится. Ну, а так ладно, продолжаем. Итак, ребята, у меня находка за находкой, пруд и пруд, уже большое количество поднял, копаем мы в таких вот красивых местах, прям вообще чудно. На сопках гор у нас вон туман имеется, дождик чуть-чуть крапает, но это выносимо. У меня находка, ну, решил ее заснять для пополнения видео, это у нас вот такие вот 10 рублей, было бы хорошо, если бы все находки были вот такого вот образца, 10-рублевые. И еще у меня, сейчас я вам покажу, сколько я уже поднял монет. Из хорошего у нас пока ничего нету. Так, вот такие вот у нас находки. Вот еще один у меня червонец. Тоже подымал, видеокамера у меня была в машине, не доставал, ну решил взять. А взять я решил не просто вам показать вот эту вот кучу, а то, что он в той вон области, вон там он, ходит товарищ с металлоискателем и по воде. Вон, вижу, уже синяя курточка такая. Так, где-то вот в этой области у нас в синей куртке. По воде, возможно, это подводный металлоискатель. Сейчас мы пройдемся в ту область, там у нас платный пляж имеется, и
если что, познакомлюсь с ним, если он будет не против, я покажу его находки, если они есть, конечно. Ну так, ладно, продолжаем. Итак, ребят, прогулялся по пляжу платному. С находками здесь вообще хреново. Поднял, может, с десяток монет. Самое, что из монет интересно, это 5-рублевые. А так, нифига ничего, блин. Есть, конечно, здесь ямки. Вот впереди вот она ямка. Вон там он еще у нас яма. В принципе, крупные. Находок нет. А тот человек, который ходил по воде, это просто был рыбак. Так что ничего интересного не ждите. Там у нас интересная такая сопка. Как вулкан. Красивый, конечно. Ну и туман. Дождь у нас пока прекратился, слава богу. Ходим, бродим. Ничего пока не находим. Ну а так ладно. Сейчас вернусь на тот же пляж, на котором большое количество монет. Ну а здесь ловить нечего. Ладно, смотрим. Итак, ребят, решил заснять вам онлайн. Здесь вот очень большое количество монет. Походу здесь вот машина останавливается, вылазит из машины, карманы под углом, и все вываливается. И поднял здесь уже приличное количество монет. Сейчас посмотрим с вами. Вот она, а, красавица, выпала. Так, что это у нас? Это у нас 2 рубля. Ничего особенного. Двушечка. Ну, двушки я не снимаю, даже уже пятаки не снимаю. Но все же решил для разнообразия сделать онлайн. Потому что здесь большое скопление монет. Так, пробочка. Так, вот здесь вот у нас что-то. Так, вот у нас монета. И это у нас пятачок. 5 рублей. Вот такая вот монета. Засеяна этим пляжем. Одни монеты. Правда, была у меня еще советская монета. Я ее чуть не снял, но ладно, в конце копа покажу. Ладно, продолжаем. Вон там, кстати, опять черная туча идет, блин. Надеюсь, не в мою сторону. Ну а так, ладно. Что есть, пока есть. Продолжаем. Итак, ребята, не мог я это не заснять. Монету я уже подымал, видел, что это за монета, но хочу вам показать. Эта монета у нас 20 копеек. 20 копеек 1981 года. Когда ходишь по старине и подымаешь вот такие вот монеты, плюешься, как я не знаю кто. Но когда ты на пляжном поиске, и постоянно у тебя монеты ходячка, и когда поднимаешь вот такие вот монеты, грубо говоря, прям натягивается улыбка на лице, и приятно поднимать вот такие вот советины. Классно. Интересно, очень интересно. Поднимал я еще советины. В конце копа я вам покажу все советские монеты, которые я поднял вот на этом пляже. Пляж, в принципе, не очень-то и древний. Я помню, в советское время здесь купался. Приезжали сюда на электричке. Вот. Но в основном здесь советины. А так, ничего. Продолжаю. Буду снимать только интересные, забавные находки. Или же вот такого рода образцы. Ладно, смотрим, продолжаем. И снова у меня забавная, интересная находка. Предыдущую находку я показывал 20 копеек советские. А сейчас вот выпали у меня вот такие вот.
5 копеек. 5 копеек год. Сейчас мы с вами посмотрим. 1961 год. Приятно. Приятно. Ну ладно. Вот такие вот советины. Сохранчик вообще классный. Не гнилой, ничего. Зачетное. Забираем. И отправляется в остальную кучу с монетами. Куча у меня уже большая. Уже, я не знаю, прихожу к машине, чтобы выкладывать их. Уже трижды их подходил, выкладывал. Ну ладно, продолжаем. Продолжаем свой пляжный коп. Вот на этих вот красивых, замечательных местах. Здесь мы вот и живем. Железнодорожный мост у нас. Все, смотрим. Интересно, я думаю, что-нибудь будет. Хотя вряд ли, сомневаюсь уже. И снова у меня сигнальчик. Правда, копал я, наверное, вот этот сигнал. Но сигнал раздвоился, и была вот такая вот находка. Это у нас очередные 5 рублей. Зачет. Вы не думайте, у меня не одни пятаки идут. Просто я, как говорил ранее, буду снимать только все, что больше пятака или что-то интересное. Но так как интересного у меня ничего нету, приходится снимать пятаки и вот такую вот красивую вокруг меня атмосферу. Ладно, идем дальше. Итак, у меня очередной свежий монетос, потерянный в этом году. Снова 98 года. И довольно-таки тоже симпатичный. Пойдет тоже уже не за колбасой, а за хлебушком. Так что у меня будет сегодня хлебушек с колбаской на ужин. Ладно. Ходим, бродим. И вот на такой вот наблюдаем. Идет баржа, груженная щебнем. А щебень у нас набирается вот как раз вот, вот из этих мест. Ну ладно, продолжаем. Итак, выпал у меня сигнал. Сигнал был отвратительный, гонял по ямке очень долго. Не мог его выковырить. И это у нас 10 рублей. Это уже посерьезнее находка. Вот такие вот 10 рублей. Хреново, что-то они звенят. Может, их на пляже и много, но звенят они очень отвратительно. Налет у них вот такой вот железный уже. Походу, совсем мало в ней цветного металла. Из-за этого отвратительно звенят. Ладно, продолжаем. Кружусь я возле площадки волейбольной. И на бровке волейбольной площадки у меня выпал вот такой вот пятачок. 5 рублей. Все хочется сказать 5 копеек. Год 98 стопудово, потому что звенит. 97 вроде. Да, 97. Некоторые подписчики мне говорят, если ты будешь ходить на всех металлах, ты будешь куда больше монет собирать. Но я не знаю, куда еще больше. Просто некоторые года монеты были с большим количеством металла черного. И из-за этого отсекается все лишнее. И копаем цветной. Ладно, продолжаем. Итак, выпал у меня очередной монетосик. Сейчас мы с вами его... Так, кто он, где он? Блять, найти теперь не могу. А, блин. Вот видите, что? Стоит бачком. И бачком стояло вот эти вот 10 рублей. Я его
и заранее я говорил, что вот эти 10-рублевые монеты, может, их на пляже и больше, много, но они нифига не звенят. Вот в данном случае, смотрите, как отвратительно звенит. Вплотную к катушке. И звенит как-то хрен пойми. Вот, как бы, блин, видите, как звенит? То звенит, то не звенит, то хрюкает, то пищит, блин. В общем, тяжело поднимать вот такие вот монеты 10-рублевые. Вот, но, конечно, было бы приятно, если бы такие монеты в основном попадались. Ну, а так, ладно. Смотрите, как зачетная такая красивая монета. Ни одной изъяночки нет, язвочки. Здесь, конечно, немного есть, но ничего. Ищем дальше. Итак, ребята, смотрите. Все я вот здесь вот так вот исковырял. Ну, конечно, я это все прикопаю, чтобы было более-менее нормально. Но просто здесь очень много сигналов. И вот из этих вот ямок, вот на этом пятачке, поднял вот такое количество монет. Очень много монет, как вы видите. Все в основном полтинники, червонцы, ну, встречаются рубли. Вот. И, наконец-то, у меня был стоящий сигнал. Блин, сейчас, наверное, не потерять бы лишь бы. Потому что, если я его потерял, это будет беда. А, нет, нашел. Смотрите, что. Смотрите. Фу. Это у нас золото. Самое, что ни на есть, настоящее золото. Серьга. Зачет. С камушками. Вот такая вот лабуда у меня сегодня выпала. Не зря я тут мучился, собирал. Не знаю, в конце копа я вам покажу, какое количество я поднял монет. Но очень много. А сколько было пробок, это вообще жуть. Имеется у нас здесь проба. Ну, можно было и без пробы догадаться, что это золото, потому что оно у нас не темнеет, не ржавеет и ничего такого. Вот у нас здесь вот имеется проба. Классно. Ну, вот такая вот штучка у нас выпала. Коп удался, я считаю. Хоть и одна зачетная находка. Я имею в виду золото. Вот такая вот. Классно. Я рад. Здесь раньше, в советское время, я помню, вместо этого столба, вот он стоит, осветительный столб, здесь была раздевалка. И здесь очень много я в свое время, в том году, вот на этом тоже пятачке, очень много монет поднял. Ну, все подымал я крупного размера, и тогда у меня еще была Аська 250-я. Видно, не все собрал, как вы видите, огромное количество монет поднял вот на этом пятачке. Интересную вот зачетную еще поднял вещицу. Ну, вот такие вот пироги вот с этого пятачка. Классно, зачетно. Плюсик можно поставить. Конечно, за эту находку прошу вас поставить лайк в конце. Ну, а дальше смотрим, что у нас выйдет еще. Погода у нас позволяет. Кратковременно у нас идут дожди. То солнышко вылезет, то дождь. Ну и время подходит к своему завершению. Еще, наверное, полчасика, часика я здесь еще побуду. Поковыряю еще ходячку. Вот, я думаю, больше мне ничего хорошего не выстрелит здесь. Так что вот так вот. Ладно, смотрим, продолжаем. Итак, ребята, буду заканчивать свой коп. У нас на улице уже стало совсем темно. Решил сделать видеоотчет, пока светло. Так что копали мы сегодня на пляже. Был у нас сегодня пляжный выход. Вот, немножко отдохнули. Копали мы, наверное, с 12 часов.
Вот время сейчас уже 6 час. Грубо говоря, 5 часов с небольшим мы покопали. Сейчас я вам покажу видеообзор находок, которые я сделал на этом пляже. Ну, естественно, я потом напишу, сколько общая сумма у меня получилась за 5,5 часа копа. Ну, а так смотрим мои находки. Находки у меня вот такого плана. Не буду я вам рассказывать, чего и как. Здесь у меня крупные монеты, то есть здесь у меня пятачки, червонцы, вот. А здесь у меня основная масса находок — это рублевые, двухрублевые, полтиннички, копеечки. Вот такие даже советские монетки у меня сегодня 6 штук выпало. Вот зачетный вот пятачок, двадцатка, вот копеечка, двушечка и пятнашка. Пятнашка моего года. Вот так вот у меня получилось по находкам. Ну и все, что интересно у меня получилось сегодня, это вот такая вот интересная пуговка. Ясно солнышко. Вот буквально, когда я увидел эту пуговку, пробормотал про себя, что солнышко — это неспроста, может мне и улыбнется этот пляжик. И действительно, вот здесь вот такая вот у нас улыбочка. Ну и улыбочка у меня после того, как я поднял вот такую вот зачетную вещицу. Это у нас золотая сережка. Имеется большое количество камушков. Но это не бриллианты, это стопудово. Вот. Имеется у нас здесь вот проба. Так что сразу, когда я его поднял, я понял, что это золото. Потому что нет никаких наростов, нет никаких изъян. В общем, блестело, как говорится, Фаберже, яйца Фаберже. Вот такие вот зачетные вещицы мы сегодня подняли на этом пляже. Так что вот так вот мы сегодня покопали. Неплохо. Большое количество монет подняли. Вот. Так что ничего. Вот так вот прогулялись. Ну и буду заканчивать свой видеокоп вот на этой приятной ноте. У нас уже наступила осень, листья падают вовсю, так что скоро у нас начнутся очередные ломки, зима. Ну а так все, делитесь моим видео, подписывайтесь, кто не подписался, ну и комментируйте. Все, всем пока и удачи на пляжах и по старине.